Электричества. И вот это будущее наступает сегодня. Никуда. Никуда. Никола. Эдисон, что ты тут делаешь? Я подумал, что тебе потребуется помощь с твоим... научным проектиком. Просто оставь меня в покое, Томас! Цик-цик-цик. Ох уж этот переменный ток. Такой опасный! Так безопаснее. Перестань, ты все испортишь! Надо свериться с патентом. Посмотрим. Транзистор. Предохранитель с обращением тест разделить. Эдисон, за что? За что? Опля! И вот так все произошло. Он украл патент и снял штаны? Поэтому я всегда ношу этот ультранадежный ремень, который сам изобрел. И поэтому я ношу свои патенты в подкладке пиджака. Таскаешь свои работы с собой в карманах? Такое точно не аукнется. Почему ты не надрал ему задницу? Я бы точно надрал ему задницу. Эй, я сказал, что вы можете срать ночевку, если будете следовать правилам. А правило такое – выключить свет в 8 часов. А теперь заткнитесь и ложитесь спать. Так, что было потом? Кто-то говорит, что он опьянел от силы и по сей день бродит по улицам Нью-Йорка. Хотите внести вклад, сэр? Снова вас видеть, мэм. Хорошего дня. А ну-ка все улепетывайте. Я хочу снять деньги со счета. Я сказал, валите! Сегодня у вас перерыв на обед будет дольше. Вали. У всех, кроме тебя. Тебе придется поработать сверхурочно. Наполняй. Да, сэр, мистер Эдисон. Ах, да, чуть не забыл.
забыл. Мы обязательно должны пригласить почетного гостя. Ох уж эти современные дети, сука. Мне сейчас не до этого. Что это, блин, еще за шум? Манчер, чи кто-то пытается украсть безмерное количество электричества по этим координатам? Это Нью-Йорк. Веттери, покажи, что там. Это Эдисон. Он пытается украсть мировые запасы электричества. Я не желаю этому верить. Мы должны остановить его. Да. Что? Ах, да. В наукомобиль. В наукомобиль! Схватим его! Полегче, маньяк. Ну, а тебе? Лучше остаться в машине. Да, мы не хотим, чтобы все было как в прошлый раз. Сам знаешь. О, это... В этот раз такого не повторится. Просто останься в машине, безумный метатель яблок. Ты не сделаешь ничего плохого, если будешь сидеть в машине. Мы сокрушим тебя, Эдисон, ты злодей! О, посмотрите, ты же маленький Николя! Привет, малыш Николя! Я рад, что ты смог выбраться на нашу маленькую вечеринку. Довольно этих игр. У нас с тобой остались незаконченные дела. Ясно. Ты наконец-то вернулся на свою старую работу. Как видишь, у меня полный штат. Старая работа? Что это он имеет в виду? Да ничего, не обращайте внимания. Дарвин, опа-на! Дарвин! Не оставляй меня здесь! А я удар ногой. Сиди в машине, ничего не случится. Эйнштейн, ты не худыш, не мими. Все веселятся, кроме меня. А ну-ка, вы все назад! Все это электричество принадлежит мне, вы поняли? Так что я буду делать с ним все, что захочу. И стойте на моем пути. Теперь я понял, что тебя надо было уволить. Почему ты его не остановил? Вы сами мне сказали сидеть в машине. Все нормально, мы можем его догнать. Кто? Кто включил радио? Мне стало скучно. Ты снова все про... Все нормально, я просто использую свои силы, чтобы зарядить аккумулятор. Поехали. Давай, Тесла, ты же маэстро электричества. Никак я не могу его зарядить. Запас энергии иссяк. Погодите, я все исправлю. Я клянусь, это лучшая идея, лучше, чем я только 100 раз. Спасибо. Филипп, где твой шарик? Сколько уже шариков ты потерял? Вот подожди, вернется твой отец из психушки. Готов?
Я готов. А вот теперь становится интересно. Превосходная техника. Не, я и получше видала. Быстрее, Эйнштейн, быстрее! Я чувствую, что получается! Я наука! Да! Поздравляю, гений. А что насчет чертового аккумулятора? Ребята, это же не моя вина, народ! Он не должен был просто уйти! Они всегда так делают, дорогуша. Всегда. Томми! За нами хвост! Он явился за мной, Форд! Возьми дерки, которые мы взяли из банка, а я попробую задержать его. Зачем это делать, Николя? Ты должен помогать мне. Помогать тебе? Ты же вор! И теперь я наконец-то могу это доказать! Вор! Но я ведь ничего не крал. Ты шутишь? Прости, наверное, я плохо понимаю ваш американский юмор. Оу, полегче, Николя. Ты ведь не злишься до сих пор из-за моих изобретений? Твоих изобретений? Это мои изобретения. Я даже изобрел этот дурацкий луч смерти, который ты держишь в руках. Твое единственное желание – это красть мои патенты. Снова здорово. Патенты, патенты, патенты. Ха. Работником моим ты был. И деньги я тебе платил. Ты серьезно думал, что я просто хотел смотреть на твои красивые рисунки? Ты даже не понимаешь суть контракта. Такими темпами ты умрешь бедным и одиноким, Николя. Не втравливай голубя в это дело! Да! Похоже, мы пришли куда надо. Ему будет больно. Зачем ты украл электричество? Тебе это доставляет удовольствие? Так ты чувствуешь себя крупным, крутым бизнесменом? Не крал я твой... Лжец! Да как же можно? О, Топси! Как же я рад тебя видеть, подруга. Я думал, что ты погибла. Не переживайте, ребята, я разобрался. Я не видел, как ботанов убили со времен Гудини. А он умер. Как мило с вашей стороны. Благослови вас, летающий макаронный монстр. Моя шиншилла простудилась. Держите, детки, за счет мистера Эдисона. Это электричество принадлежит мне, вы поняли? Ты должен помогать мне. Сегодня у вас перерыв на обед будет пораньше.
Обед пораньше. Арахисовое масло. Ты работаешь сверхурочно. Обожаю работать в электричестве Эдисона. Мистер Эдисон лучший босс в мире. Что я натворил? Все нормально, мой мальчик. Теперь ты здесь. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел. Что? Какая красота! Да! Тихо, малышника, тихо. Прости, что избил тебя. Обнимашки. А теперь извините меня. Извините меня. Мне, наверное, стоит ненадолго зайти в терапию Эдисона, где мне осмотрят эти царапины. Оказывается, что он не такой уж плохой парень. Должно быть, я навыдумывал себе все эти злодейства. Интересно, а если бы он был моим отцом? Мое единственное желание — это красть мои патенты. Просто хотел смотреть на твои красивые рисунки. Быть тобой, голубиный е...